По словам Александра Викторовича Москаленко, 1340 человек из Запорожской, Луганской, Николаевской и Херсонской областей будут командированы для несения службы во время проведения Евро-2012 в Донецке. Кроме того, будут задействованы однозначно личный состав нашего гарнизона донецкого. Это около 3500 личного состава будут задействованы на несение службы во время проведения футбольных матчей. Сотрудники неоднократно посещали страны Европы и Азии, изучали, как проводятся футбольные матчи, какое настроение и поведение у болельщиков. Уже известно, что к нам приедет большое количество болельщиков из Англии и Франции. У нас контакты полностью есть. Мы общаемся с полициями других стран. И о том, чтобы сказать, что болельщики Англии или Франции самые настроенные, ну, я бы такого не говорил. И по нашей информации то же самое, они дружелюбно проведут здесь время, настроены они более-менее адекватно, так что никаких проблем, я думаю, с ними у нас не будет. В Донецке для обеспечения порядка также будут работать споттеры – иностранные полицейские, которые будут оказывать нашей милиции прямую помощь. 28 человек – это с начала проведения чемпионата и до конца. Они будут здесь проживать у нас в Донецке, выезжать на встречи своих болельщиков, объяснять им наше законодательство, как себя вести. Будет у них то же самое прямая связь со своей страной, которые будут говорить о выезде этих негативных настроенных болельщиков, какую информацию, и все они будут нам. То есть это прямая помощь работы нашей милиции. Милиция уже начинает отрабатывать подготовку к Евро-2012, работая в усиленном варианте несения службы на матче, который пройдет 4 марта на Донбасс-арене. Мы уже начинаем репетировать и будем задействовать и внутренние войска, как мы будем работать, и будем просить Министерство внутренних дел о том, чтобы предоставить эти 4 области к нам в Донецк, чтобы заранее они могли знать маршруты патрулирования, где они будут нести службу. Также в апреле в Донецке будет открыт ситуационный центр с единым номером 112, аналога которому нет в Украине. Здесь будет находиться личный состав, который владеет иностранными языками, иностранные полицейские, диспетчеры службы 102 и группы быстрого реагирования. В ситуационный центр будет выведено все оборудование для видеонаблюдения города. Кира Думская, Михаил Третьяк, Первый муниципальный.